Всем привет! Это компания Progress Auto. И сегодня у нас мини-обзор на мини-трактор Kubota B6000. Вот такой вот малыш только-только приехал в Россию. Еще немного в шоке от нашего холода сегодняшнего. Как и я в шоке. В Благовещенске сегодня очень ветрено. Утром шел снег. Но мы стараемся для вас. Снимаем обзоры. И радуем вас вот такой вот замечательной техникой с Японии, беспробежной по России. Давайте посмотрим на этот трактор поближе. Резина не в идеальном состоянии, к сожалению. Таким он к нам пришел из Японии. Ничего в нем не переделывалось. Трактор абсолютно беспробежный по России. Но резину когда-то да придется поменять. Приобрести резину вы можете также у нас. Набирайте любой из этих номеров. Приезжайте на Мухина 145-1 в Благовещенске. Заходите к нам на сайт и узнавайте адреса еще 10 филиалов по России. Всегда будем рады вам помочь. Ну что касается данного трактора, колья у него 65 сантиметров, причем колья регулируемая, можно сделать побольше, можно сделать поменьше, что очень и очень удобно для вас. Длина трактора без фрезы составляет всего лишь 180 сантиметров. И с фрезой 2,5 метра. Он действительно компактный. Фреза, кстати, у нас на 80 сантиметров. Ножи в хорошем состоянии. Будут пахать еще очень и очень долго. Двигатель простой. Двухцилиндровый дизелек. Ничего сложного в нем нету. А значит, он проработает еще очень и очень долго. Главное вовремя менять масла и фильтры. Ну и немножко по органам управления. Вот здесь вот у нас управление фрезой, ручной газ, двойной тормоз, блокировка заднего дифференциала, вал отбора мощности и подключение переднего привода. И да, несмотря на то, что он такой маленький, он полноприводный, что является тоже огромным плюсом. Ну и, естественно, раздатка. Как он работает, вы слышите. Работает ровно, никаких лишних звуков мы не слышим. Давайте откроем капот. Двигатель в порядке, никаких подтёков, ничего лишнего. Вот такой вот малышок Kubota B6000 ждет своего хозяина, ждет своего покупателя. Поэтому обращайтесь в компанию Progress Auto, звоните нам, пишите комментарии. Мы всегда будем рады ответить вам. Всем хорошего дня, пока!